На данный момент на домашней изоляции находится 31 человек из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции, то есть Китая, Франции, Германии, Италии, Ирана, Кореи. Всех прибывших из неблагополучных стран на 10 дней после пересечения границы исследуют на коронавирусную инфекцию. Они находятся на домашней изоляции. На 16.03 положительных находок не выявлено. В инфекционном стационаре на данный момент находится 11 человек с контактом по коронавирусной инфекции и члены его семьи в количестве 3 человек. По результатам первого исследования коронавирусной инфекции не обнаружено, исследования в будущем повторены 2 раза. Состояние здоровья всех госпитализированных удовлетворительное за последние сутки без отрицательной динамики.